Александрович, а можно я вам задам вопрос, который на самом деле меня интересует? Задайте. Есть такое мнение, что готов к президентам, ему не тут многочисленные партии, у нас это все совершенно секретно. И вот там все тайны мира. И что вы знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне, самые зеленые человечки. Марьян, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей «Чемодан с ядерными кодами» президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику.